Судя по эскизному предложению, реконструкция затронет улицы Армавирскую, Гайдара и Батумское шоссе. Также в границы благоустройства попадет и часть домов микрорайона. Реконструируют мост через реку, на названных улицах заменят дорожное полотно, а у строящейся многоэтажки будет развит сквер. Такую идею озвучили местные жители буквально неделю назад во время обхода Дагомыса мэром Сочи. Пожелание горожан учтено, согласие на производство работ дал и застройщик. Внесен в проект благоустройства и пункт о парковках, отсутствие которых Анатолий Пахомов также отметил во время инспекции микрорайона. А вот решение вопроса стоянки машин во дворах только за собственниками, поясняет глава города. Закон Российской Федерации гласит, жители должны сами принять решение, ставить или парковать там машину или нет. Если жители простым голосованием, большинство голосов примут решение, что машины там нельзя ставить во дворах, это совершенно правильно, что скорая подъехала, что пожарная вовремя подъехала, то установится знак, который называется «жилая зона». И тогда, если кто-то поставит машину, по вашему звонку приедет машина эвакуации и эвакуирует. Также в списке глобальных перемен реконструкция существующей ярмарки. В целом же дело дойдет и до благоустройства внутриквартальных проездов, расширения дорожного полотна там, где это необходимо. После того, как мы заканчиваем капитальный ремонт моста, переходим к созданию тротуаров вдоль существующей ярмарки. Также капитальный ремонт тротуаров вдоль улицы Ромовейской. Созданием дополнительных тропинок. Новые зеленые насаждения, газоны, тропы – все это также появится в Дагомысе. Об этом свидетельствует готовый проект благоустройства, в период реализации которого власти курорта просят местных жителей не быть безучастными. Город огромный, но тем не менее мы власти с этим справляемся, даже видите. Находим возможности, но жители должны быть самыми, что ни на есть, активными участниками благоустройства. Самыми, что ни на есть, строителями своего благополучия, строителями своего уголка, где мы живем. Так повелось, что 80% времени проводим в доме, дома, во дворе, на улице на своей. На сходе граждан глава города ответил и на вопросы собравшихся, в том числе пояснил, что для решения большинства их проблем, в том числе в деле управления своими домами, для начала необходимо выбрать способ управления. Возможные варианты – ТСЖ, кооператив, либо управляющая компания. Если же за жильцов этот выбор сделает администрация, то обсуждать ставку за обслуживание дома будет поздно, предостерегает мэр. Оптимальный выход – выбрать самим обслуживающую компанию, сравнив цены на рынке услуг. Галина Моисеева, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.